Сегодня мы отправимся на экскурсию в Камчатский краевой объединенный музей. Узнаем, какие народы издревле жили и живут на самом восточном острове страны, а какие пришли и не первое столетие здесь находятся в статусе замечательных гостей. А поможет нам в этом главный хранитель музея Светлана Графова. Сейчас у нас будет такая импровизированная экскурсия по Камчатскому краевому объединенному музею. А начнем мы с экранографической карты Северо-Востока России, которая была составлена Винниковым в 1876 году. По карте мы видим, что весь полуостров Камчатка издавна занимали итальмены. Русские документы называли их камчедалами. А на севере проживали коряки. Коряки делились на две группы – оседлые коряки и кочевые. Оседлые коряки проживали по побережьям Камчатского края, а кочевые коряки проживали в центральной части. Оседлые коряки занимались морским зверобойным промыслом, поэтому и селились по побережьям. А кочевые коряки